друзья! Мы рады приветствовать выпускников, директоров школ, родителей и всех гостей на торжественном мероприятии, посвященном вручению медалей за особые успехи в учении. 946 выпускников окончили школу в Ленинском городском округе. Те, кто добился особых успехов, собрались сегодня в зале историко-культурного центра. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать слова поздравления, слова восхищения и напутственные слова. Дорогие ребята, вы лучшие из лучших в нашем Ленинском городском округе. Мы волновались и в период ваших экзаменов. Больше мы волновались уже теперь, когда прошел общий выпускной, и мы с нетерпением просто ждали таких достойных, красивых документов об образовании. 76 молодых людей получили сегодня золотые медали. Это более 15% от всего количества выпускников в округе. Самое большое число медалистов в Видновской школе номер 5 – 12 человек. Что касается заслуг, конечно, в первую очередь заслуга самого ребенка, самого выпускника, потому что он к этой медали шел несколько лет. Конечно, кроме самого ребенка, кроме выпускника, заслуга есть и учителей, педагогического коллектива, учреждения, администрации. Но, безусловно, родители тоже сыграли в этом немалую роль, поэтому эта заслуга коллективная. Принято считать, что учеба на отлично – это тяжкий труд. Но многие выпускники, получившие сегодня золотую медаль, не согласны с такой формулировкой. Правда, мне было несложно. Вот. Но ощущения, конечно, очень приятные. Но в любом случае старания были приложены, да, были какие-то трудности, но они приятные. Вот. Ну и, конечно, сейчас вдвойне приятнее получать, да, плоды своих трудов. Главное, что бросается в глаза, девушек больше, чем юношей. Оказывается, парням сложнее найти золотую середину в пословице «делу время, потехи час», чем девчонкам. Они уделяют ей больше внимания и время, чем нежели мальчики. Мальчикам там поиграть в футбол, погонять с друзьями там на улице более важно, чем учить уроки. Я и там преуспел, есть и как и друзья, и как успехи в учебе. Теперь у большинства из этих ребят впереди новые испытания, вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Но можно быть уверенными, и здесь им будет сопутствовать удача. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.